Не навязывать детям свои приоритеты, а помочь сделать правильный выбор. В этом заключался основной посыл профориентационного тренинга, который прошел в Архангельском молодежном центре. Слушатели лекций, учителя, специалисты, работающие с молодежью, и родители. Здесь они знакомятся с методикой помощи молодому поколению при выборе профессионального пути. Я пришла на профориентационный тренинг с целью того, чтобы повысить свои навыки для дальнейшей деятельности в нашем молодежном центре, так как очень важно понимать, как работать с молодежью и с школьниками для выбора их дальнейшей профессии. За 2 дня 9 лекций находили ответы на вопросы, как не давить на детей и дать больше самостоятельности, чтобы они не растерялись в современном мире профессий. Тема выступления была связана с тем, чтобы рассказать нашим многоуважаемым специалистам о том, какие сегодня новые вызовы при самоопределении молодежи, в выборе их карьерного пути, дать понять, что сейчас актуально, дать понять, какие перспективы ждут рынок труда. Этот тренинг не единственный. Молодежный центр запланировал целый цикл на профориентационную тематику. Этим тренингом мы сегодня начинаем большой цикл вообще годовой работы. Это первый такой профориентационный тренинг, именно профессиональный, с курсами переподготовки. Всем участникам тренинга выдали сертификаты государственного образца. Ангелина Парфенова, Валерия Державина, Светлана Михеевская, Регион 29.